Президент Украины в своем ежегодном послании предложил снять депутатскую неприкосновенность в 2020 году. Мы сейчас спросим у одесситов, как они относятся к этой инициативе. Чем быстрее снимут прикосновенность, тем будет лучше. Может быть, будут думать они, что они принимают. То бишь, поменьше будет, как вам сказать, каких-то посторонних доходов, которые никем не учтены, поменьше будут занимать какие-то дополнительные места. Я за то, чтобы сейчас уже сняли. Почему? Почему? Он же сам сказал, такая коррупция развелась, такое все. И пусть посмотрят, как народ живет. Хоть один на пенсию, один день проживет, а мы на пенсию месяц живем. Очень плохо. Раз так, то это очень плохо. Мое личное мнение. Почему? Конечно. Потому что ложка дорога к обеду, надо делать сейчас, а не потом. Правильно? Но почему сейчас, по вашему мнению? Потому что сейчас творится беспредел кругом. Так или как? Вы же видите, что делается кругом. Мое мнение чисто такое. Сейчас надо. А иначе, извините. Я считаю, что это правильно. Так? А зачем откладывать на 20-й год, когда можно сделать в этом году? Это вполне законно, естественно. Все должны быть равны перед законом, независимо, депутат, не депутат. А почему в этом году, по вашему мнению, нужно снимать? Ну, это тяжело сказать. Может, парламент сильно загружен, понимаете, не примет. Потому что там много, допустим, вопросов. Как считаете, почему Порошенко предложил именно в 2020 году снимать неприкосновенно? Ну, здесь, может, какая-то такая хитрость, такая дипломатическая. Оттянуть время, что-то поменяется, и, может быть, этот вопрос уйдет в сторону. По-моему, надо давно было снять уже. Ну, почему, по вашему мнению? У меня мнение давно сформировалось еще при Советском Союзе. С них со всех надо вместе с Порошенко снять неприкосновенность и его одной стенки. Не надо вообще снимать с них. Почему? Надо судить их. Они все равно не снимут. Это все сказки для избирателей. Они не снимут никогда. Почему? Ну, кто под себя будет копать? Ну, это... Нет, это... Они не снимут. Это давно уже поверить надо еще с первых выборов. Опрос проводили Роман Семенов, Дмитрий Бондаренко, Думское ТВ.